Меня зовут Зафар Шемерсейдов, мне 21 год. Моя спортивная карьера началась еще в 7 лет. Меня мой отец отдал в борьбу. Я ходил на дзюдо и занимался дзюдо до 15 лет. И с 15 лет занимаюсь ММА. Хочу добиться больших высот в этом виде спорта и доказать всему миру, что обычный паренек из Воруха сумел доказать, что он является лучшим в мире. Моя подготовка проходит отлично. Она состоялась из трех этапов. Первый этап подготовки я проходил в Дагестане, второй у себя дома в Новосибирске, и третий этап заключительно я провожу здесь вместе со сборной Таджикистана в городе Душанбе. Таджмаф – это федерация, которая дает большие возможности воплотить свою мечту в реальность. И осталось только доказать в бою, что я являюсь лучшим. В детстве я всегда наблюдал, как мой отец смотрит бои. И он мне однажды сказал, что хочет видеть меня там. И его слова по сей день являются для меня самой сильной мотивацией. Я, иншалла, исполню его мечту. В этом виде спорта я чувствую себя как у себя дома, в своей тарелке. И в детстве у меня даже были проблемы с этим. В школе я очень часто дрался. И когда я оказался в ММА, я понял, что здесь драться мне никто не запрещает. Так что я занимаюсь своим любимым делом. Веру в себя я никогда не терял. Ведь верить в себя – это самое сильное качество спортсмена. Да и если бы я не верил в себя, я бы здесь не оказался. Моей профессиональной целью является стать чемпионом UFC. Я думаю, это очевидно. Для всех спортсменов это самая высшая цель, которую можно вообще достичь. Так что у меня цели большие, и мне нужно осталось только работать над собой и пахать, еще раз пахать. Каждое поражение, которое мы получаем, мы должны правильно отнестись к этому, правильно понять его и исправлять, работать над ошибками, понять, почему ты проиграл, и становиться лучше. Ведь в любительской карьере поражение – это не так страшно, как профессиональное. Так что каждое поражение делает нас сильнее. Если человек хочет добиться больших высот, он должен молиться об этом ночью и работать днем. Вера в себя и во Всевышнем – это самое сильное качество, которое должен иметь человек. Я так считаю.